Кричали, а сейчас утихли. Какой бой интересный у наших богатырей. Красного ринга отдыхает Артем Декалюк. Ему 15 лет, кандидат мастера спорта. Представляет город Черкассы, общество «Спартак». Боксом занимается 2,5 года, учет боев не ведет. Является чемпионом Черкасской области 2014 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Мальованова. Представляет город Жашков,
Боксом занимается 4 года. Провел 80 поединков и в 74 одержал победу. Является призером турнира сильнейших боксеров Украины 2015 года. Тренируется под руководством Юрия Сава. Кто может это? Приготовится 13-й паре Владислав Пештанько, Монастырище, Александр Жовтобур, Мрия. Поединке победу со счетом 1-2 одержал Максим Бондаренко Вахта. Он стал чемпионом Черкасской области по боксу среди юниоров 2015 года в категории плюс 80 килограмм. За второе место награждается Артем Декалюк, Спартак Черкасы. Что, Павел, кстати?
Пена области 2015. Весовой категории плюс 80 стал Максим Бондаренко Жашка. Награждение проводит рефери поединка. Посередине встаньте, рефери. Посередине. А боксеры по бокам. Вот так.